Здравствуйте, с вами снова я из Финляндии. Я в аутлете, магазин называется ГЭС. Видите, здесь на 50% скидки. Вещи там не дешевые, но очень качественные, очень хорошие. Вот на 50% юбочки скидки, джинсы всякие цветные, всякие обычные джинсы. Вот. Это вот из новой коллекции написано. Это здесь тоже на 50%. Ната, я здесь. Вот кошельки на 50% скидки. Ната, у кассы маленькие кошелечки. Вот так половину этого у кассы. Вот такие вот кошельки. Вот такие цены на них. Вот такая обувь. Русских очень много. Вот такая обувь. А тот мой, который меня отложили. А мой там хорошо. Там он. Вот такая всякая обувь. Сумок очень много. Вот эта сумка очень нравится. Это Ната хочет твоей приятельнице купить такую сумочку. Я увезу. Увезу. И найди. Вот такие всякие курточки. Вот такие всякие тоже курточки. Сжатые такие, легенькие, тоненькие. А здесь такие кожзам курточки всяких цветов. От черного, красного, бежевого, зеленого, розового. Там тоже сумки. Все на 50% скидки. Все на 50% скидки. Вот. Это джинсы. И тоже на 50% скидки. Видите, 50% скидки. Мы сейчас посмотрим с вами, какая была изначальная цена. А сейчас они стоят 29 с копейками, ну 30 евро. Значит, они стоили где-то 59,90. Вот. Это здесь пояса. Здесь платья какие-то такие черненькие. Такие ничего, такие постречивые. Вот такие мне нравятся эти кофточки. Такая кофточка теперь 24 евро. Она такая, знаете, легенькая какая-то, приятненькая. Это рубашки обычные. Ну, везде же написано ГЭС, ГЭС, ГЭС. Хорошая фирма. Но я вам скажу, на себя я ничего не могу здесь найти. Моего размера здесь нету. Вот. Здесь в основном все молодежные размеры. Вот такая мне штучка понравилась. Я бы носила такой, типа пиджачка, видите, коротенького. Но самый большой размер Элька, но эта Элька, она абсолютно не соответствует обычной Эльке, мне так кажется. Это шортики здесь. Шортики, футболочки, вот, все тут перерыто, потому что все роются, смотрятся. Видите? Это мужское, на той стороне тоже мужское, я не буду вам снимать мужское. Вот. Неинтересно мужское нам. Только для девочек. Вот у меня, видите, вот поясная сумка на мне, но я ее так через себя. Это в Карпизе. Ната мне покупала, магазин Карпиза. А здесь вот поясные сумки. Видите, 29,90 поясные сумки. Розовая и такая вот горчичная цвета. Это модные сейчас такие сумочки. Я кошельков всяких разных. Ната хочет себе кошелек купить. Вот. Какие-то ботиночки какие-то, шлепанцы. Видите, сколько кошельков здесь. Кошельки. Вот обувь всякого цвета, всякого модели всевозможного. Вот. Такой вот красивенький рюкзачок. А мне вот этот рюкзачок очень понравился. Вот этот рюкзачок я вот сфотографировала. Вернее, Ната сфотографировала для моей уже подруги, вот, которая мне помогает во всем. У нее машина, она, если надо, она мне везде отвозит. Вот если ей понравится, я ей куплю такой рюкзачок, привезу. А и такую сумку мы ей сфотографировали тоже. Вот видите, сюда поставлю фирму ГЭС. Вот такую вот. И вот эту розовую сфотографировали, если ей понравится, то пришлем ей. Ой, купим ей и я привезу. Ну, она денежки отдаст потом. Вот такая вот сумочка ГЭС тоже очень красивая. У нас есть пара сумок ГЭС, она не хочет себе ГЭС, она хочет что-то другое себе уже. Вот.
хочет. Ну и потом здесь есть сумки, у гостей есть и натуральная кожа, есть такое из кожзама. Вот мне надо бы Насте посмотреть сумочку, меня что-то тут не нахожу того, что она мне сфотографировала. Вот такие всякие, смотрите, вот тут с кружевами курточки, легкие такие, симпатичные. Ну, все же маленькие размеры, маленький размер, маленький-прималенький размерчик. Вот, давайте закроюсь, в другом магазине еще вам поснимаю.